Итак, утилизация мусора, разбитые дороги, заброшенные участки и бродячие животные. И это лишь некоторые проблемы современных СНТ. Для их решения на форуме садоводов собрались председатели дачных кооперативов, муниципальные и областные ведомства и надзорные службы. 3 часа диалога на самые насущные и злободневные темы. Регистрация земельных участков и колодцев, организация СНТ так называемых компостных ям, раздельный сбор мусора. У каждого председателя СНТ была возможность задать и свой частный вопрос. Конечно, есть интернет, сейчас можно любую организацию по интернету найти, но живое общение – это живое общение. Поэтому я считаю, что это хорошая практика. Практика. Более подробно мы успеваем рассказать об этой встрече уже в новостях понедельника.